What does perfect even mean? Is there even such a thing? Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня начинаем новый обзор. Я нахожусь в магазине H&M в торговом центре Республика. Это совсем новенький H&M, он буквально открылся около недели назад, и сегодня сделаем обзорчик тут, посмотрим, что есть интересного в коллекции. Давно я не была в H&M. H&M люблю за большой выбор, за то, что тут всегда можно отхватить какую-то базовую, нужную прямо сейчас вещь, за очень доступные низкие цены. К сожалению, не всегда очень хорошее качество, но соотношение цена-качество тут отличное, поэтому пошли делать обзор. Итак, начнем обзор. Тут у нас что-то вроде новогодней коллекции. Правда, вижу очень маленький выбор, к сожалению. Есть пайетки, блестящие вещи. Сейчас что-то посмотрим. Это платье было на манекене. Такое вот миди в пайетках. Цена 1600 гривен. На запах идет. Тут топ тоже в пайетках. Такое вот еще мини черное есть с камнями, жемчужинками. Такой вот миленький кардиган с камнями. 650 гривен. Такие вот блестящие кроп-топы, маечки. Цена 250 гривен. Есть серебряные, черные блестящие и золотые. Туфли такие вот, лодочки. Цена 900 гривен. Такие вот мюли бархатные. Тоже 900 гривен. Есть такие вот платья миди в горошек. Блуза подобная. Платье комбинация. Такое вот длинное платье, блестящее, не совсем вот видно, нарядное, длинное. 1300 гривен это есть оно. И вот такое же есть черное под какой-то поясочек, его наверное будет лучше. Топ, такая вот блуза в пайетке черная. Базовых свитеров таких вот подобных сейчас очень много тут. Смотрю, тут есть несколько вариантов таких вот светлых лосин. Я как раз в поиске со штрипками. Эти на резинке идут, молочные. И вот тут еще есть такой вот вариант. К низу расклешенные. И такие. Те, которые я видела на сайте, я пока что их тут не вижу. И еще такой вот вариант я видела на сайте. Я бы взяла померить. Цена этих 650 гривен. Если есть мой размер, возьму померить. Такое вот платье в пайетке. В черном цвете. 1300 гривен. С длинным рукавом. Такие вот есть блестящие топы в нескольких цветах. Цена 650 гривен. Вот такой вот еще подобный свитерок, удлиненный, 650, даже почти платье. С леггинсами как раз отлично. А такое есть прям полноценное платье. Тут цена 1300 гривен. Дальше идут вельветовые костюмчики. Такие базовые вещи. Потом еще отдельно посмотрим распродажу. Такой вот еще есть топ, блуза, не знаю как правильно. Атласная. 450 гривен. Гривен. Еще вот желтая и черная такая же.
Такие вот молочные, симпатичные жилетка и кардиган длинный. Кардиган, цена 1300 гривен, жилетка 900. Такое вот еще длинное платье, 1300 гривен. Такой вот еще симпатичный кардиганчик на пуговках с рюшами, 800 гривен. И еще вижу такой же в мятном цвете. Жилетка, это классно, я ее показывала в предыдущем обзоре из H&M. Есть много размеров, 900 гривен. Такая вот кофта на замочке, тепленькая, идеальная для поездки куда-то в горы, на замочке, 800 гривен. Тут есть джинсы разные. У меня, кстати, вообще, по-моему, нету ни одних джинсов из H&M. Они тут бюджетнее, чем в Заре. Но я так ни разу и не купила себе 800 гривен, 650. Дальше там такой полуспортивный, тоже повседневный стиль. Разные свитшоты, худи с капюшонами и без. Разные спортивные костюмчики тепленькие. И идем к отделу распродажи, посмотрим, вдруг там что-то есть интересное, хотя, честно говоря, сомневаюсь. Брюки, свитерочки такие вот, рубашки в клетку. Есть даже платье, 200 гривен, кстати, очень дешево. Кардиганы, свитера. Вот такой вот прикольный топ мне нравится. Посмотрим цену, 350 гривен, неплохо. Есть пуховики разные, куртки. Такие вот кардиганы на скидке сейчас, 470 гривен, но качество желает лучшего уже. В катышках пальто. Такие вот жилеточки, верхняя одежда. Хорошие ботиночки, Челси, если я не ошибаюсь, они называются. 1300 гривен. Смотрится очень даже хорошо. На этом распродажа закончилась. Мало, конечно, вещей на скидках, особенно актуальных каких-то. Такое вот висит. Такое, ну, на любителях, скажем так, вещи тут на распродаже. В Европе, к слову, намного больше выбор на распродажах, и можно найти действительно что-то интересное. Тут я даже не нашла, что взять померить на скидках, к сожалению. Тут идет такой более деловой классический стиль. Блузы, брюки, платья, такие в офис чисто наряды. Пройдемся, глянем, вдруг что-то интересное попадется. Хотя пока что не вижу, к сожалению. Такое вот платье есть в полосочку. Лучше пойдем в спортивный отдел. Я это люблю больше. Много есть разных свитшотов. Такой вот неплохой. На флисе 900 гривен. Есть еще футболки тоже Гарвард. Разные свитерочки. Так, посмотрим, что еще есть.
Такие вот есть еще базовые костюмчики, кофты, свитшоты есть с капюшонами и без, и штаны. Такой вот вариант неплохой. Сейчас посмотрим. Да, есть флис. Разложила для вас такая вот кофта, даже почти платье. Цена 650 гривен. Есть еще в таком цвете. Черные брюки к ним. Есть много домашних таких костюмчиков, комплектов. Разные цвета, фасоны. Такой вот есть пушистый, штаны и топ. Такой вот тепленький в косичку. И свитер такой же. Видела это платье в магазине онлайн. Сидела очень даже неплохо на фигуре. Цена 1300 гривен. Прикольное такое идет, приталенное. С длинным рукавом и горлышком. Идем в следующий отдел. Что у нас тут? Такой вот необычный стиль, цвета, расцветки, принты. Но покажу вам, что есть. Пуховики разные. Ой, коллекция с мишками. Очень милая, кстати. Такой вот свитшот 800 гривен. Очень прикольный. Есть еще такой он. Еще даже милее, тоже 800 гривен на флисе. Коллекция с Каспером есть. Смотрите, какие необычные вещи. Идем посмотрим дальше. Там тоже спортивная. Тут чисто на спорт вещи. Леггинсы, топы. Очень большой выбор, кстати. По цветам. Кроссовки есть такие спортивные. Модные в этом сезоне балаклавы. Дальше идет тут у нас белье и аксессуары. И тоже скидочки. Очень большой выбор аксессуаров, я бы сказала. На новогодние праздники можно что-то подобрать. Сережки, цепочки, такие вот наборы можно на подарок кому-то. Тоже есть такая домашняя одежда, пижамки, халаты, свечки. Даже сюда немножко внесли H&M Home, хотя его тут как отдельного нету. Зато есть подушки, вазочки, вон еще вазочки. Ну и на этом, пожалуй, все. Есть еще детский отдел, мужской отдел, но как-то померить я ничего не нашла интересного. Так что буду продолжать снимать для вас обзоры. Еще пойдем в Зару, там будет поинтереснее. Это смотрите уже в следующем видео. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, я буду стараться снимать больше интересных обзоров. И всем пока!